Приморье за последние 5 лет реконструировали и построили с нуля более 3500 парков, скверов и дворов. А все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», губернаторской программе «Тысяча дворов» и проекту «Минвосток развития России. Тысяча дворов Дальнего Востока». С 2019 по 2023 год по всему краю благоустроили общественные территории и сделали дворы почти на 10 миллиардов рублей. Но на этом не останавливаются. Работа продолжается, в которой участвуют не только правительство, но и жители Приморья. Именно они голосуют за объекты, которые лучше отремонтировать или построить. Также могут контролировать сроки выполнения работы и даже принимать сдачу у подрядчиков. Но и это не все. Жильцы также создают ОСы и сами участвуют в конкурсах, выигрывая гранты. Благодаря таким инициативным жильцам в крае преображаются придомовые территории, любимые места для отдыха и прогулок.